Депутаты Горсовета предложили снизить налог на землю. Идею обсудили на Комитете по финансово-бюджетным вопросам. Напомню, народные избранники повысили этот вид налога еще в прошлом году. Платеж, к примеру, для владельцев гаражей вырос в 2,5 раза. Тогда депутаты считали такой рост оправданным, ведь налог не изменялся более 10 лет. Однако после многочисленных жалоб и в преддверии очередных выборов в городской парламент ставку неожиданно решили снизить в 5 раз. Однако против такого решения выступает мэрия. По данным директора департамента финансов города Инны Парыгиной, в Омске 52 тысячи гаражей. За счет них в городской бюджет должно поступить 32 миллиона рублей. Сумма для дефицитной казны города существенная. Возражений ни у кого нет.